Всем огромнейший привет, меня зовут Наташа, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у нас будет легенькое, веселенькое видео, а именно распаковка посылки с сайта iHerb. Еле подняла, потому что тяжеленная и здоровенная, я ее еще никак абсолютно не открывала, потому что хочу сделать это вместе с вами. И, конечно же, все это я купила со скидкой, потому что скидки это наше все. И iHerb это просто какой-то магический сайт, потому что не получается взять никогда одну-две позиции. Обычно набирается огромная корзина, но так как это со скидкой, то я этому только рада. И в Украину сейчас iHerb доставляет напрямую, поэтому не нужно пользоваться услугами посредника, NB-шоппинг, Мистэкспресс. Все спокойненько доставляет. И это прекрасно, потому что iHerb предоставляет нам чудесные услуги и чудесные товары, без которых просто иногда приходится очень тяжело. Итак, я принесла свои любимые ножницы, которые нам обычно помогали в распаковках разных адвент-календарей. И сейчас открою эту посылочку, мне уже не терпится. Ну что ж, я справилась, и давайте приступим. Сверху, как всегда, в посылках iHerb лежит куча американской бумаги. Пахнет американским воздухом. И я вижу здесь очень-очень много всего интересного. Сколько всего интересного я набрала. И первое, что привлекло прям мое внимание, это мои любимые масочки от Petit Fizz Cacao. Я их просто обожаю. Здесь наборчик. Наборчиком брать обычно дешевле. Здесь 5 штучек. И это маски, которые обалденно работают в те дни, когда вы уставшая, немножко не выспавшаяся, и вам нужно быть более свеженькой и подтянутой, можно так сказать, то эти гидрогелевые маски приходят мне на помощь. Я их использую именно в эти случаи, я не использую каждый день, потому что это дорогое удовольствие, и это такие мои масочки-спасатели. Конечно же, абсолютно на все я оставлю вам ссылочки с названиями, чтобы вы могли приобрести себе то, что вам понравится, и вслед за любимыми масочками я достаю не менее любимые патчи, тоже от Petit Fizz, тоже из этой линейки, Energizing, тоже с какао и с ореховым комплексом. И если маски я использую от случая к случаю, то патчами я могу пользоваться каждый день, но лучше, конечно, они показывают свой результат, когда у вас есть какая-то припухлость, потому что какао отлично борется с этой проблемой, а в остальных случаях они хорошо увлажняют, они хорошо разглаживают кожу. Я люблю их в холодильник ставить, холодненькие они еще лучше работают, и они в принципе не сползают, но если остается последняя пара в баночке, то тогда они могут немного подсползать, но я эту проблему решаю легко и просто. За 2 секунды я просто промакиваю излишки геля об руку, и потом они уже хорошо держатся. Цвета они очень интересного, коричневого, как и масочки, они такого кофейного оттенка, и это довольно симпатично выглядит на лице, и маска, кстати, гидрогелевая тоже очень прикольно выглядит, потому что такое целое коричневое лицо у нас получается. И сделать посылочку на iHerb, но при этом не заказать добавки, это, если честно, задачка не из простых, при том, что мне очень нравятся их добавки, особенно добавки собственного их производства. Бренд под названием California Gold Nutrition, это их дочерний бренд, и у них очень-очень приятные цены. Я люблю брать от этого бренда омегу-3, я беру в дозировке 180 миллиграмм, в день я принимаю 2 капсулы, одну утром и одну вечером. Ну, если у меня баночка заканчивается уже, то могу по одной растягивать, пока мне не приедет следующая посылка. И так как у меня речь дальше тоже пойдет про добавки, то я должна сказать, что это не какой-то призыв к действию, что вам тоже нужно это принимать, это уже решать вам, нужно вам это или нет. Я показываю сугубо то, что я покупаю, то, что мне нравится и то, что находится в этой посылке. От применения этой омеги я однозначно чувствую себя лучше, и именно по
поводу нее я не советовалась с врачом, потому что я считаю, что из своего рациона я получаю довольно мало омеги, а все-таки она очень сильно влияет на здоровье. И также плюс этой омеги не только в ее цене, а в том, что она действительно хорошего качества, потому что она в классной форме, которая хорошо усваивается организмом. И давайте мы как-то немножко будем чередовать категории, чтобы вам было интереснее, и покажу вам одну вещицу, которую я заказываю из раза в раз. Это бьюти-блендер от Real Technique. Я его просто обожаю. Это, честно, настоящая находка. Учитывая его стоимость, он просто неубиваемый. Ну, если, конечно, ногтями его там никак не драть и аккуратно с ним обращаться, то можно пользоваться им довольно долго. Их рекомендуют менять где-то раз в 3 месяца. И учитывая то, что у него очень приятная стоимость, то делать это уже не так больно сердцу. И у меня, кстати, сейчас есть оригинальный бьюти-блендер, я им пользуюсь, но даже учитывая этот факт, я все равно купила Real Technique, потому что я действительно не вижу между ними разницы. И тот мягенький, и тот хорошо наносят средства, и тот хорошо отстирывается, и тот довольно выносливые. Вот и спрашивается, зачем платить в 4-5 раз дороже, если можно сэкономить и получить абсолютно тот же результат. И дальше я вам покажу еще одного своего фаворита. Это обожаемый мною тоник. Он недавно у меня закончился, я какое-то время ухаживала за кожей без него и поняла, что мне его просто не хватает и нужно срочно покупать, потому что такое увлажнение, как дает он, не дает мне ни один из тоников. Это тоник от Claire's, это корейская масса, и этот тоник довольно густой по текстуре. За счет его густой текстуры его можно наносить пальчиками, не тратя лишнее средство на спонж. Из-за этого он очень экономично расходуется, и мне хватает его надолго. Здесь 180 мл, но при этом я не так часто его покупаю, как другие тоники. Помимо отличнейшего увлажнения, он также еще и смягчает кожу. Кожа более бархатистая, приятная на ощупь, и при этом он еще балансирует pH-баланс, и что мне еще в нем очень сильно нравится, то что он не липкий. Он по своей текстуре немного похож на корейские эссенции, но при этом это тоник. И это моя любовь, от которой, мне кажется, я теперь не откажусь никогда. Из этой посылочки всего один товар у меня съедобный, но при этом это тоже мой любимый товар. Это батончики, тоже от California Gold Nutrition, тоже беру их обычно по скидкам. Это батончики со вкусом matcha nut. Они очень сильно ореховые, там практически одни орехи. И здесь есть шоколад, также еще орехи и вот это кофейное послевкусие. И от этого батончика наедаешься прям очень хорошо, потому что посмотрите, сколько здесь орехов. Пытаюсь их, конечно, не есть больше одного в день, потому что они довольно-таки питательные, но при этом, знаете, у меня нет ощущения, как будто я ем какую-то запретную сладость, потому что, как мы знаем, на iHerb все обычно без ГМО, без сахаров, без всего на свете, и есть ощущение, как будто ты ешь что-то полезное для себя. И в этой коробке, кстати, их очень много, посмотрите, сколько здесь этих батончиков, они набиты в 3 ряда, так что мне надолго хватит. Заказала еще себе железо в дозировке 25 мг от марки Salgar. Почему от Salgar? Потому что это железо переносится мной лучше, чем от других марок. Это, конечно, все индивидуально, но железо — это все-таки та добавка, принимая которую, вы рискуете получить какие-то побочные эффекты, и железо все-таки я бы категорически не рекомендовала принимать наобум. Мне железо рекомендовал принимать врач, потому что у меня ферритин ниже плинтуса, но вот эта дозировка 25 миллиграмм, это больше не для повышения, а для поддержания. У меня есть одна любимая кисточка для пудры, которой я пользуюсь абсолютно каждый день уже на протяжении 4 лет.
Я вам оставлю здесь фотографию и оставлю ссылку, если она еще есть в наличии на iHerb в продаже, то вы сможете ее себе купить. И эта кисточка отличного качества, ни разу там не выпадала никакая шерстинка, никакой волосочек, все с ней отлично, ничего нигде не проржавело. В общем, кисточка в таком же состоянии, в котором она и была, в котором она приехала, так она и сохранилась. При этом она очень удобная для меня формы, я могу наносить и прессованные пудры с помощью нее, и также рассыпчатые пудры. В общем, я ей просто не нарадуюсь, и плюс она очень-очень мягенькая. И мне захотелось купить еще одну такую кисть, просто для гигиены, чтобы когда я ту не успевала помыть, чтобы у меня была чистая кисточка. Ну и вдруг, кто знает, их еще снимут с производства, и я потом буду страдать. И я решила, раз это такой мой любимчик, значит, мне нужно повторить эту кисть. И тут я захожу в раздел EcoTools, чтобы найти эту кисточку, и вижу вот такую вот красавицу, на которой написано, что она тоже для пудры. Эта кисточка однозначно меньше по размеру, чем та, но она имеет невероятно приятный дизайн. И, честно говоря, кисточкой, которой я сейчас пользуюсь, я не могу сказать, что она прям невероятно красивая. Нет, я больше ценю ее за ее качество. Но когда я увидела, что можно совместить и красоту, и при этом еще качество, и при этом еще приемлемую цену, то я такая, надо бы брать. Я однозначно вижу, что эта кисточка меньше по размеру, не получилось у меня нормально открыть упаковку, пришлось здесь вандализм устраивать, но какая же она красивая, возможно, она, кстати, немножко распушится, я уже не помню, какого размера пришла эта кисть, но сейчас она однозначно у меня где-то, ну, в половинку больше, чем это. Посмотрите, какая она красивая, мне так нравится этот дизайн, здесь такое розовое золото, здесь немножко бежевый, но при этом белый с розовым оттенок, и такая пудровая основа у этих шерстинок, я прям кайфую от этого дизайна. И, кстати, ту я вот вам нахваливала, что ничего с нее не выпадало, а из этой только что одна штучка выпала, но я вот дальше ее тру, и уже ничего не выпадает. Ну, возможно, это единоразовая акция у нас была, но она очень мягенькая. Вот по мягкости она примерно такая, как у меня сейчас. И последняя у нас добавочка тоже от Калифорнии Gold Nutrition, витамин D3 в дозировке 2000. Я обычно беру такую дозировку, чтобы и немало, и немного, так скажем, просто для поддержания организма осенью, зимой, когда очень мало света, и прям темнота темнейшая, ты начинаешь себя как-то уже, ну, не так энергично чувствовать, то мне здесь на помощь приходит витамин D3. И на волне желания приобрести себе новые кисти я заказала себе еще целый наборчик кистей, тоже от марки EcoTools. Они очень похожи на кисточку, которую я вам только что показывала, но все-таки другой дизайн. Вот это вот основание очень похоже по цветам. Здесь более такое желтое золото и ручка сама деревянная, но при этом они мне все равно очень нравятся. Как мне кажется, то довольно стильно выглядят эти кисточки. Увидела только что на упаковке, что это натуральный бамбук. Здесь 3 штучки. Давайте их достанем и поближе рассмотрим эти кисточки. В наборчике 3 штучки, но должна вам признаться, что меня здесь привлекла, конечно, больше одна. Это кисточка для нанесения пудры под глаза. У меня сейчас кисточка для этих дел от Real Technique. И мне она нравится, потому что форма у нее очень подходящая для нанесения пудры в эту зону, но при этом она не такая мягкая, как кисточка для пудры от EcoTools. И я решила, что если можно купить кисточку для пудры, которая будет такая же мягенькая, но при этом она будет похожей формы на Real Technique, то почему бы и нет? И она действительно очень похожа, и мне нравится то, что она довольно приятная на ощупь. Посмотрю, как она будет в деле, но я думаю, что я
я в ней не разочаруюсь. И также в этот наборчик еще вошли две кисти. Это кисти для нанесения консилера. Но я больше предпочитаю наносить консилер спонжем, но тоже попробую. Возможно, мне понравится. Если нет, то я думаю, что я приспособлю либо для кремовых теней каких-то, именно для нанесения, не для растушевки, либо для уголочка глаза, потому что это бочоночек, который может быть универсальным, но он довольно такой плотный, щетинки здесь очень плотно посажены, поэтому нужно пробовать, для чего он подойдет, но не обязательно пользоваться кисточкой по ее назначению, обычно я просто пробую, и как мне удобней, на том варианте и останавливаюсь. И также есть здесь еще кисточка, которую можно использовать и для бровей, и для ресниц. Я любитель делать ламинирование, и после ламинирования, особенно когда это первое время после процедуры, то после умывания лучше прочесывать брови и ресницы, потому что оно все там склеиваться начинает, падать куда-то, и чтобы волоски не заламывались, то я прочесываю брови вверх, и ресницы просто беру и расчесываю, чтобы там ничего не склеивалось. И у меня для таких целей есть кисточка, но она просто одноразовая, такая маленькая, знаете, как на AliExpress мешками продают, и я подумала, что мне нужно что-то покрасивее, но это нехорошо такой одноразовой кисточкой пользоваться постоянно, поэтому она мне для таких целей обязательно подойдет и пригодится. И также я последнее время стала увлекаться гелем для бровей от Анастасии в баночке в круглой, и там в комплекте нет никакой кисточки, мне нравится эффект, но я пока тестирую, позже вам расскажу свои впечатления, и чтобы было удобно набирать этот гель из баночки, то такая кисточка с более длинной ручкой мне тоже подойдет для этих дел, так что я думаю, что всех их я куда-то приспособлю. И напоследок я оставила что-то очень интересненькое и очень неожиданное, потому что это массажер для лица. Мне абсолютно никак не нужен был массажер, но я увидела, что на него очень много отзывов, при этом очень много положительных отзывов. Я такая, ну может мне тоже это нужно, и решила купить. И тем более, опять же, это все дело было со скидкой. Тем более, такого плана массажера у меня еще нет. У меня есть роллеры с кварца, у меня есть гуаша тоже с кварца, но чего-то подобного в моем арсенале нет. Вот так выглядит эта чудесная палочка. Мне очень нравится, как она выглядит. Ну так прям по-девчачьи, по-девчачьи. И здесь есть на задней стороне упаковки еще инструкция, как пользоваться этим массажером. Это всегда удобно, потому что что-то покупаешь, и потом не знаешь, что с этим всем делать. Но если в двух словах, то так как мы разгоняем лимфу, то нам нужно двигаться от центра к периферии. Также на упаковочке указано, что он не содержит токсичных материалов, не тестировался на животных, что он веганский и что он эффективный. Но вот эффективный он или нет, мы с вами и проверим, а потом я вам все расскажу. Снимаю коробочку и вижу здесь такую прелесть. Даже сам материал вот этой упаковки такой бархатистый, беленький, очень приятный на ощупь. Здесь есть еще мешочек. Я очень приятно удивлена оформлением, потому что больше читала, работает, не работает, а то, что это еще все очень красиво и эстетично, это прям для меня приятное удивление. Мешочек здесь есть в комплекте, можно завязывать ваш массажер и ложить в косметичку, например, чтобы он ничего там не царапал и сам не травмировался, это, конечно, плюс. В отличие от бархатного мешочка, этот массажер было достать не так легко, он прям так хорошо был запакован, и я приятно удивлена еще и качеством его, не только оформлением, потому что я просмотрела, нигде нет никаких косяков, зазубрин, каких-то царапинок, все хорошо выполнено. Крутятся у этого массажера обе части, но насколько я читала и смотрела отзывы, то нужно пользоваться именно этой частью, а за вот эту вот мы держимся. Здесь есть такие выпирающие прорезиненные сферы, которые и должны гонять лимфу, обновлять нам кожу, разглаживать кожу, которые должны делать все чудеса. По руке я вожу, и мне довольно приятно, нет никаких, знаете, прям жестких ощущений,
ощущений, как бывает от некоторых массажеров, так что я думаю, что это довольно приятная будет бьюти-процедура. На упаковке еще я здесь вычитала, что этот массажер способствует омоложению кожи, ну, в принципе, все, что я перед этим перечислила, это все к этому и относится, но что самое главное, то, что он подходит для всех типов кожи. То есть, если даже у вас чувствительная кожа, и вы обычно краснеете, то, как они заявляют, то должно быть все в порядке. Я вам честно скажу, я прям не ожидала, что на iHerb можно найти такой массажер. Конечно, нужно смотреть, как он будет работать, и потом уже делать какие-то выводы. Но пока, по первым впечатлениям, я очень сильно довольна, хотя у меня были сомнения, брать или не брать. И я рада, что я все-таки решилась на эту покупочку. И мы достали с вами абсолютно все, что было в этой коробке. Она уже полностью пуста, и мне очень сильно понравилась распаковка, потому что, во-первых, я повторила какие-то свои фавориты, по которым я очень сильно скучала. Во-вторых, у меня какие-то новиночки появились, которые я буду рада протестировать. А в-третьих, потому что я сделала это вместе с вами. И если вам также понравилась эта распаковка, то я буду безумно рада проявлению любой активности на этом канале. И, конечно же, я очень сильно вам благодарна за просмотр. Спасибо вам огромное. До скорых встреч. Пока-пока.